хотели мы от Исааки отойти, как напротив еще одно здание красивое, с колоннами, с лепниночкой, увеличу, чтобы было видно красоты. Вот какая прелесть, да? Вот припарковались, ждем, так скажем. Бедолаги. Главное, не кормите их. Вы знаете, что лошадям нельзя мягкий хлеб, всякие пирожные, пончики, панкейки. Это уже была ситуация некрасивая, когда туристы прямо на площади накормили лошадь, она тут же умерла, поскольку в кишечнике у них сразу сворачивается от мягкого питания. Поэтому, если будете где-то когда-то в Питере, если захотите покататься на лошади, ни в коем случае не кормите ее. У них свое особое питание. Максимум можно дать твердый хлеб, засохший, вот как сухарик, но и то с позволения, так скажем, дрессировщиков или как их вот, кучеров, если их так можно назвать.